Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас трешечок. Мы качаем нового героя. Точнее, не нового героя, мы качаем новый талантик. Что этот талантик дает, как пишет на английском сервере. Даже мы сейчас сюда зайдем, посмотрим, что тут у нас пишут. Опять зашел на китайку. Дает возможность набора энергии, то есть плюсует по сути энергию плюс не помню какое количество, 80, если не ошибаюсь, или 85, или 60 на восьмерке, сейчас мы это посмотрим. И на протяжении 2 секунд кулдаун, то есть 2 секунды, также дает уклонение процентуальное. В общем, казалось бы, круто, сейчас потестим этот талантик на тыковке. Вот, Grants 10 energy when attacked, even dodged, даже если пропускает миссы, то есть кулдаун 2 секунды. То есть, по сути, каждых 2 секунды и увеличивает уклонение на 11%. На шестерке, семерке, восьмерке, вот на 60. Кулдаун 2 секунды, то есть получается у нас каждых там раз ударил через 2 секунды, раз-два, добавляется энергия. То есть все равно есть кулдаун. Не знаю, честно говоря, или зайдет оно талантом основным, но рунами, думаю, для тыковки зайдет. Поэтому мы сейчас возьмем тыковку. Где наша тыковка? Вот есть у меня тыковка, исцеление есть. Да, здесь. Идем назад на китайку. Здесь я пока не готов ее качать. Мне все-таки выживание тоже нужно. Ой, тьфу, то говорю, выживание. СОшка. Так, ставим сюда тыковку, только не эту, а вот эту. Ставим сюда. Ставим сюда ангела. Так, у меня есть два таланта. Один и второй. Как видите, вот их два. Также у меня есть, в принципе, рунами этот талантик. Вот есть четверочка, он дает 15 каждых 2 секунды. Мы можем сейчас это затестить ради интереса. Уберем. Ладно, не будем это тестить. Тестируем сразу же талант. Воодушевление я полностью убираю. Ставлю. Вот так вот. Чик. Водушку мы убрали. И делаем сразу же восьмерку. Девятку я делать не буду, потому что я еще не уверен. 60 энергии дает. Так, рунами мы пока ничего не ставим. Вот ангел, поехали в экспедицию. Думаю, тут сейчас у меня будет нормально тестить. Так, тыковка у нас критовая. В принципе, можно было и фрейку оставить. Окей, смотрим. Каждых 2 секунды. Конечно, юнита есть. Вот юнитов тут особо нет. Смотрим. Вот, смотрите, сразу же плюс 60. Интересно. Вот это, кстати, очень интересно будет. И увеличивает уклонение. Так, слили ее. То есть, по сути, есть кулдаун. Не было бы кулдауна, было бы, в принципе, неплохо. Теперь смотрим. Если мы поставим сюда, например, воодушевление, давайте сразу же сделаем восьмерочку. Вот такой вот вариант. Вы, в принципе, увидели, что дает 60, и у нас получится еще дополнительно, если поставить воодушку. Такой вот вариант 60, 93 получается. Раз в 2 секунды. В
принципе, неплохой вариант. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Поехали. Давайте все-таки на подземочке. Посмотрим плюс-минус. У меня, конечно, тут стоит пиромах на тыковке пятой. Но мы попробуем затестить вот такой вот вариант по времени. И сейчас попробуем еще другой вариант. Так, идем вот сюда. Ну и смотрим просто приблизительно, что у нас получится. Мне очень интересно посмотреть разгон. Вот мы выпустили тыковку. Думаю, это будет на глаз даже заметно. Ну, то есть, грубо говоря, 14 секунд она там бежала. Ну, то есть разгончик есть, что очень радует, потому что у нас, конечно же, стоит восьмое воодушевление сейчас на ней. Так. Теперь делаем вот так. Исцеление и воодушевление. Посмотрим такой вариант разгона. Немножко не туда, но мне кажется, тут побыстрее, тут больше зданий снесли за это время. Или мне так кажется, честно говоря, не знаю, это надо попробовать на гильдийском боссе. Так, так. Убираем полностью воодушку. Ну, кулдаун, в принципе, кулдаун плюс воодушевление, только такой вариант для этого таланта, как и вижу исцеление. Честно говоря, наверное, не то будет. Это, конечно, на архе было бы неплохо тестануть, либо на гильдийском боссе, но они не скоро будут. Поехали обратно же сюда. Сейчас попробуем найти. Тут еще есть еще подземка, там, где один мясо стоит. Попробуем против него. Смотрим. Смотрим на разгон. Вот сейчас мы просто тупо. Блин, да, ну и так тащит нормально. Получается, каждые 2 секунды 60 энергии набавляет. Раз, два, раз, два. Честно, даже не знаю, что сказать. Рунами однозначно думаю, да. Если у нас взять воодушевление, воодушка будет давать 33 энергии каждую секунду. Каждую, то есть раз в 2 секунды 66. Получается воодушевление лучше на восьмерке. Там еще кулдаун есть. Раз, два и плюс 60. Это с одной стороны. Тут постепенный набор. Там плюс 60. Если у вас у героя будет, допустим, там 70, оно даст плюс 60. Зарядит на максимум, остальное пропадет. Мне кажется, все-таки воодушевление будет получше смотреться именно рунами, чем этот талантик. Такс, еще какой вариант? Конечно, на девятке здесь 80. Вот 80, конечно, будет уже, мне кажется, круче, когда будет девятка. Но девятка — это только талантов прокачать. Поставить это плюс рунами там либо семерку, либо восьмерку, получится у вас включилась тыковка, 2 секунды, опять включилась, опять. То есть раз, два, она набирает обороты. Это надо все, конечно, будет считать на калькуляторе, но. Теперь еще один вопрос. Если у нас будет стоять исцеление, а оно у нас будет давать. Давайте сразу же его начнем, потом сделаем обзорчик. Оно будет давать 130% на девятке.
набора, это по сути на 1.3 вы умножите. Тоже, в принципе, будет очень-очень неплохо. Блин, честно говоря, я в больших раздумьях, надо все-таки будет выбрать цель для теста, но мне кажется, все-таки талантик для тыковки не прокатит этот. Рунами однозначно воодушевление будет интересней на восьмерке. Тут, конечно, уклонение дается, но по сути это уклонение нафиг не надо. Тут есть кулдаун 2 секунды, а воодушка будет срабатывать все время. По рунами воодушка круче. Исцеление дает больше набора. Все-таки, мне кажется, может, рунами зайдет исцеление, но это опять же, это надо тестить. Архидемона у нас тоже нет, к сожалению. Так, давайте попробуем найти подземку. Блин, правда, я не помню, какая она по счету там. По-моему, четвертая. Она вообще не здесь. Получается, ну, пиромах, блин, если бы не пиромах, то было бы попроще. Мне охота сливать пиромага. Давайте найдем подземочку. Можно будет нормально разогнаться и все затащить. Блин, не помню ту подземку. Давно я уже по подземках не бегал. Ладно, давайте найдем подземочку. В принципе, какая нам разница, какая подземка. Посмотрим хотя бы по времени приблизительно. Так, первый тест. Этот талантик. Берем нафиг воодушевление. В принципе, с воодушевлением будет как раз заход. И она будет включаться раз в 2 секунды, будет включение новое. В общем, много вопросов по этому таланту, вообще непонятно. Пиромагом, конечно, мы не затестим полностью, но посмотрим хотя бы за сколько она плюс-минус там на разгон. Ну, разгон есть, как видите, вроде и разгоняется. Еще и смотритель есть. Такое себе. Что-то, блин, непонятное. Надо все-таки архидемона ждать, там хоть можно будет с составом побегать. В любом случае, для бездоната, для тыковки, этот талантик будет лучше, чем берс, однозначно. Что у нас с исцелением получается? Видите разницу, да? Она сдохла, а там пробежала намного больше. Интересно, интересно. Вообще не знаю, какой-то, ну вот, тест. Пишите в комментах, где вы хотите ее увидеть. Но я думаю, на архидемоне только самый будет оптимальный тест. Либо надо будет сесть и разобраться через калькулятор, посчитать. Ну и как я вижу, вариант воодушевления с этим талантиком будет очень-очень неплох. Воодушка с этим талантом.
уже подслили. Их его знает. В общем, набор энергии, как написано, есть. Когда герой атакует, даже промахивается, он все равно набирает энергию. Для тыковки это будет вообще топ. Для некоторых героев, в принципе, тоже. Вот смотрите, оп, и она уже заряжена сразу. Что очень-очень круто. В принципе, круто. У нас тут воодушевление стоит. Тестем называется. Но кулдаун есть. Вот вопрос кулдауна, думаю, они не просто так его поставили. Очень много вопросов по этому поводу. Будет ли хватать этой энергии? Вопрос тогда станет, что ставить рунами? Исцеление либо воодушевление? Тут стрелок. Сейчас попробуем найти что-то попроще. Рея. Ну вот сразу же, видите, 2 секунды. Получается заряженные. Ну блин, есть разгон? Я бы не сказал, что нету разгона. Получается, как с воодушевлением. Каждый фактически удар второй там, да, она бежит. И она сразу же заряжена, по сути, как воодушка работает. Мне кажется, даже где-то так же вблизи будет вместе с воодушевлением. Есть ли смысл ставить рунами воодушевления? Я думаю, даже смысла нету. По сути, тогда этот талант без, ну, плюс-минус получается 2 секунды набора она включается, что воодушевление будет то же самое, раз-два, на третье она включается. В принципе, смысла не вижу. Ну, талантик для тыковки однозначно подойдет. Вопрос только рун. Что же все-таки будет? Ну, думаю, для этого, да, вот. Для исцеления потестим. Я думаю, подумаю сейчас, поищу подземку, потестирую. Напишите в комментах, что вы хотите где увидеть. Я постараюсь это все исполнить. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Новый талант, конечно, интересный, но, блин, для теста надо стабильное мясо какое-то, чтобы она там тупо разгонялась. Что придумать? Это либо гильдийский босс будет, там потестируем, посмотрю по времени, либо это все же будет архидемон, либо на подземке. В общем, не знаю, ну, очень много вопросов по новому таланту. Новый талант есть. Для каких героев он подойдет? В принципе, для героев с уклонением он подходит офигенно. Для дальников, ну, вариантов как бы очень много, масса. Самое основное, что он дает еще и уклонение 20%, вот что интересно. Это немало, это дофига. Рунами, думаю, будет вообще топчик. А вот талантом много вопросов. В общем, пишите комменты, что вы хотите увидеть, что вы думаете. И будем это уже дальше в следующем видосе реализировать. Все, всем удачи, всем пока.